Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, не замужем и не была. Недавно расстались с молодым человеком, с которым дружила 5 лет. У них 2,5 года жили вместе. Все хорошо было, собирались пожениться, любили друг друга, но до свадьбы не дошло. И с бывшим было то же самое. Почему так происходит, не знаю. Потому что вы боитесь близких отношений. А именно по этой причине у вас не получается как бы довести отношения до, ну, какой-то зрелости, да, чтобы не расставаться с ну, своими партнерами, скажем так. Вот. Ах, то есть момент здесь в том, что вроде бы отношений вы хотели бы, но в глубине души подсознательно, может быть, вы их боитесь. Вот и, соответственно, отталкиваете от себя людей, отталкиваете от себя потенциальных мужчин, которые могли бы быть с вами, к сожалению. Вот. Тут момент какой, что вы не раскрываете подробности, какое значение, например, для вас имеет замужество. Из-за чего вы расстались с молодым человеком. Что значит дружили 5 лет, из них 2,5 года жили вместе. То есть, если вы жили вместе, то, ну, как-то дружбой назвать это можно. С большой натяжкой вы так не считаете, да? То есть, ну, немного странно, на мой взгляд, дружба, когда люди живут вместе. Вот. Может быть, вы, конечно, себя так позиционировали, что с вами можно дружить и жить вместе, вот, но это несколько требует уточнения. Дальше, все хорошо было, собирались пожениться, любили друг друга, до свадьбы так и не дошло, а что произошло-то, бывшим то же самое было, почему так происходит, не знаю. Но нужно проанализировать ваше поведение с мужчинами, вот, и посмотреть, что вы, как вы себя ведете, вот, что вы делаете, какая у вас поведенческая стратегия, вот, и, соответственно, тогда будет уже более понятно, а в чем ваша проблема, и можно будет ее решить. На мой взгляд, сейчас вам мешает в какой-то степени то, что вы хотите замуж. Как мне показалось. В том смысле, что и, ну, именно вот. А хотите выйти замуж? Хотите вы этого, на мой взгляд, довольно сильно. И это вам мешает. Это вас отвлекает от, сбивает, скажем так, даже сбивает с естественной модели поведения. Вот я бы
как это назвал бы. Вот примерно так я могу ответить на тебя. Снизить сверхмотивацию для замужества, если она есть, проанализировать страхи перед близкими серьезными отношениями, если это присутствует, а это присутствует, скорее всего. Вот. И дальше уже можно будет смотреть. Дальше уже можно будет смотреть, что и как делать. Ну, что, как, в каком контексте, ключе и так далее. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что ситуация будет разрешена.